Юбилейный 5-й фестиваль науки прошел сегодня в Якутске на площадке спорткомплекса «50 лет Победы». Посетители до 8 часов вечера смогли увидеть более 100 научных экспозиций по различным тематикам – от уголовного права до нанотехнологий. В рамках фестиваля прошли и презентации новейших научных разработок, показ различных приборов и оборудования, выставки, интерактивные игры, медицинская диагностика, презентация туристических маршрутов Якутии. На фестиваль науки попала и наша съемочная группа. Увидеть живьем чубуку, побывать в жилище традиционной якутской семьи, управлять автосимулятором – все это могли увидеть и испытать на себе посетители 5-го юбилейного фестиваля науки, который сегодня открылся в 50 лет Победы. В программе фестиваля более 100 экспозиций с разных подразделений СВФУ, АГИКи, ЕКСХ. Чубук – это у нас уникальный проект, который создали наши ученые и ведущие ветеринарного факультета. Они получили нынче третье поколение. Опыт показывает положительные результаты. Увидеть и познакомиться с новыми научными разработками пришли школьники города и близлежащих районов. Ребята с любопытством осматривали все экспозиции, проходили дактилоскопию, изучали новое медицинское оборудование. При помощи технологий дополненной реальности путешествовали по миру и знакомились с достопримечательностями. Впервые фестиваль науки у нас в республике был организован в 2013 году на базе Северо-Восточного федерального университета. И инициатором проведения фестиваля науки нашей республики стал наш головной университет. И в течение 4 лет количество посетителей нашего фестиваля увеличилось до 8 тысяч человек. Большой интерес у школьников, пришедших на фестиваль, вызвала экспозиция юридического факультета СВФУ под названием «Преступление и наказание». Мальчишки и девчонки могли попробовать себя в роли судьи, прокурора, адвоката или даже заключенного. Юридический факультет представил экспозицию «Преступление и наказание». Также у нас есть экспозиция, где все участники мероприятия могут испробовать на себе все нюансы дактилоскопической экспертизы. А также у нас есть приборы из криминалистической лаборатории, где вы можете проверить, настоящие у вас деньги или нет, настоящие водительские права или нет. По словам самих маленьких участников научной выставки, больше всего понравилось общение с живой природой. Я наконец-таки увидел живого кролика. Мне было интересно трогать землю настоящую. По словам организаторов фестиваля, с каждым годом количество участников увеличивается, что не может не радовать. Качество научных разработок школьников и студентов улучшается, и есть все предпосылки для дальнейшего развития якутской фундаментальной и прикладной науки. В России одно из требований – это когда университеты должны работать со школы. У школьника, когда глаза горят, загораются, да, восторженный взгляд, вот уже он готов для того, чтобы с ним работать. И мы по такой номинации, как работа университетов со школами, наш университет, Северо-Восточный федеральный университет, мы занимаем по России в национальном рейтинге 7-ю позицию. Юлия Великодна, Сусанна Рожина, Владимир Таюрский, НВК САХА, Якутск.